Виктор из Магад С. Гварда. Спасибо большое за внестримовый донат 150 рубчинских с текстом «Сижу в телеге, читаю диалоги с внезапно доебавшимся среди ночи отребьем». На тебе хоть зато денег немножко, что ли. Спасибо большое, Виктор из Магад С. Гварда. Ну, собственно, я рад, что эти диалоги, так сказать, повеселили тебя, повеселили кого-то в чате. Короче, народ... Не буду об этом пока особо где-то супер распространяться, но вот для тех, кто посмотрел, кто сейчас на стриме, и для тех, кто посмотрел эту запись ответа на донат, а это будет мало людей, именно поэтому я здесь это скажу. Значит, в чате Великончи в телеге, где 80 подписчиков, короче, пришел, блядь, Вольнов после моих реакций на, собственно, его видосы. И там вот если немножко вверх прокрутить, я не знаю, насколько сохраняются у новоприбывших какие-то сообщения или нет, то можно как бы получить забавного контента себе на целый вечер. Вот. Диалог закончился моей фразой «книги мусор» и, соответственно, ответом Вольного «А, ну все, тогда не будем дальше болтать». Ну, забавно. Ну, книги, правда, мусор. Все, короче, такой прикол. Вот такие были забавные диалоги. Но я не знаю просто, как бы, как можно их подытожить. То есть там нельзя сказать, что, типа, ебать, Моисей Красава разъебал, ебать, там что-то еще произошло. Ну, не знаю, просто вот произошли, как бы, произошел троллинг, как было в меме. Вот, пожалуйста.